Всем привет! Кот в доме – это не развлечение, не спасение от одиночества. Зачастую это полноправный член семьи. И хочется, чтобы он был абсолютно счастлив. Для тех, кто мечтает сделать жизнь своему питомцу чуточку лучше, я приготовил для вас 20 интересных советов. Оберните тонкой веревочкой ножки журнального столика. Получится импровизированная когтеточка. Но лучший вариант – это приобрести вот такие антицарапки, способные защитить все, к чему прикасается ваш любимец. Добавьте несколько листочков зеленого чая в кошачий лоток, они будут поглощать неприятный запах. Из пластиковой бутылки можно сделать совок, им легко убирать за котом, а при необходимости его легко заменить. Террариумы – это хороший способ оградить свои цветы от кота, да и питомец не будет ходить по дому с грязными лапами. Террариумы тяжелые, а значит кот не сможет их скинуть, а если даже и сможет, они достаточно прочные и не разобьются. Или разложите вокруг горшков с растениями сосновые шишки, коту неудобно по ним ходить, и он будет держаться от цветов подальше. Соорудите на подоконнике высокое сиденье, чтобы коту было видно в окно все, что происходит снаружи. Или используйте старую лестницу в качестве рампы, на которую кошка будет взбираться. Купите держатель для туалетной бумаги, чтобы кот не мог ее разворачивать. Вот, например, интересный вариант с eBay. Сделайте своими руками игрушки для кота. Пускайте в ход фантазию. И используйте пластмассовые яйца из-под киндеров, ниточки, палочки, перья и ленты. Обустройте дома игровую зону для кота. И не забывайте, коты обожают коробки. Узнайте больше о кошачьем языке тела, и вы всегда будете понимать, что питомец пытается вам сказать. Если вам нужно искупать кота, делайте это в раковине, а не в ванне, там его легче намыливать. К тому же непосредственная близость хозяина поможет успокоиться коту, который не любит мыться. Если у вашей кошки шерсть сваливается комками, выращивайте дома кошачью мяту, она обладает восстановительными свойствами. Если вы не можете отучить кошку забираться в шкаф, оставьте одну полку пустой, пускай отдыхает там. Спрячьте кошачий лоток в ящик или короб. Проведите несколько минут утром и вечером, вычесывая щеткой шерсть кота, и ее окажется намного меньше на вашей мебели. А пройтись руками в резиновых перчатках по диванам и другой мебели – это самый быстрый способ убрать шерсть. Если с вами живет еще и собака, повесьте повыше полку с кошачьей миской. Кошка сможет спокойно туда взобраться, а пес не будет мешать ей есть. И запомните, если кот медленно моргает, глядя на вас, это значит, что он вас любит. Ну что ж, на этом все. Я буду очень рад, если ты поставишь лайк и подпишешься на канал. А также я буду несомненно рад, если ты посмотришь 10 невероятных и безумных товаров, найденных на AliExpress.